Три тягача и прицеп на территорию Евразийского экономического сообщества незаконно пытались ввести через польско-белорусскую границу. Неверные сведения о транспортных средствах в документах указали перевозчики из Азербайджана и Узбекистана. Согласно представленным документам, общая стоимость возимых тягачей и прицепа составляла порядка 52 тысяч рублей. Настоящую стоимость тягачей и прицепа – более 168 тысяч рублей – установили в результате таможенного контроля и последующих проверочных мероприятий. Таким образом, перевозчики намеревались сэкономить на таможенных платежах в общей сложности порядка 36 тысяч рублей. По данным фактам, Брестской таможней начаты административные процессы.